Газ не для вас. Стратегия развития Любинского района заглохла где-то на подступах к Помогаевке. Село признано чиновниками бесперспективным, а значит, его газификация нецелесообразна. И это при том, что Помогаевка изначально была включена в инвест-программу. С жителями договоры заключены, но уже через 2 месяца их расторгли в одностороннем порядке. Люди фактически оказались брошенными. Все подробности газового беспредела в нашем репортаже. Сегодня в Любинском районе полным ходом идет строительство межпоселковых и внутрипоселковых газовых сетей. Однако до Помогаевки газ не дошел каких-то 3 километра. Заглушку поставила компания «Газстроэксплуатация», заявившая, что слишком мало местных жителей изъявили желание платить огромные суммы за подключение. Получается, газ пройдет мимо. Почему мы не перспективная деревня, я вот понять не могу. Это что? Это наше подрастающее будущее, мои внучки. У меня их 3 здесь вот вертятся, я на них нарадоваться не могу. Так же у всех дети. Мы, получается, мы не люди. Если бы мы дали деньги свои, значит, мы были людьми. Но если мы не заплатили эти деньги, значит, мы не люди. А кто тогда люди у нас в России? Вот я понять не могу. Я не за себя, да, я затоплю дровами, кто-то будет топить дровами. Ну, у нас же растут дети, нам же, если надо развиваться в стране. А почему мы должны загинаться здесь? За границу продают газ, я не знаю, по каким ценам, какие там у них ставки, не ставки. Меня это не волнует. Вы сделайте нам хотя бы, даже за наши деньги, мы согласны были заплатить, деньги собрали. Ну, мало. В деревне 50 дворов. Заплатить всю сумму сразу может лишь 21 собственник. До норматива в 80% охвата не хватает ровно половины, уверяют власти. А значит, жить этим людям и дальше без голубого топлива по принципу «нет денег, нет газа». Это делают сами, само государство, чтобы деревня была неперспективная. Как бы наши силы есть, чтобы поднять ее, но нам и государство должно помочь. Подожди, дочь. Нам и государство должно же помочь, чтобы как бы, ну, какой-то толчок был в этом деле, какие-то программы. А государство на нас, в частности наше сельское поселение, ничем не хочет нам помогать. Почему не хочет помогать местная администрация, с таким вопросом мы обратились к руководителям, но диалога не получилось. Вы как зам не владеете информацией? Нет. То есть вы не в курсе, что происходит у вас на территории? Нет, ну почему в курсе? Я вам поясню здесь ничего. Куда вы побежали-то? Девушка, некуда, не убегайте, пожалуйста. Ответьте на простой вопрос. Что будет с этим населенным пунктом? Почему? Я не понял. Извините, пожалуйста. Я разговаривать не буду. Почему? Ну вы зам главы, ответьте, пожалуйста, что происходит. Как бы не будет ужасно в деревне. Да, девушка. Глава компетенции. Да, девушка, вы не убегайте, ну что за цирк-то? Иди здесь в туалет, я в туалет ушла. Я вас подожду, извините. Вы с папкой пошли в туалет? С документами? Девушка. Там туалет, я в туалет пошла. Девушка. Первоначальный взнос – 70 тысяч рублей, а общая сумма по подсчетам людей выльется в 150. Пенсии же совсем смешные – 9-10 тысяч. Такие суммы не устраивают газовых олигархов, поэтому им, видимо, проще это село обойти стороной. Нам здесь очень нравится жить. Огороды, все, и хозяйство люди разводят. И мы никуда не собираемся вообще уезжать отсюда. Зачем нам этот город, все, кто здесь живут? И еще бы люди приезжали бы, если бы тут покомфортнее условия были. А пенсионеры вообще здоровья нет, и газ очень нужен. Дровами все это тяжело. Между тем, Помогаевка растет и развивается. 12 многодетных семей, есть ФАП, клуб, библиотека. Для полного комфорта не хватает совсем чуть-чуть. Собрать сумму смогли бы больше, но не в рекордно короткие сроки. Тем более, что значительная сумма семейного бюджета уже уходит на самое важное. У нас подвоз 6 тысяч в месяц выходит. Подвести ребенка, помимо еще зарплаты, 150 увезти, 150 привезти ребенка. Не каждый это может у нас, эту возможность себе представить. Мы обращаемся куда? Вы сами решаете свои проблемы. Но мы можем кое-какие решить вопросы. Но ребятишки хотят. Да, потом дети пошли в первый класс, они у вас не подготовлены. А с чего они будут подготовлены у нас, если родители не могут их отправить в школу?
автобуса нету, школ не подвозит. Нас то вот нанимаем такси, кто может, тот и возит. Остальные все, вот все сидим, мы ребятишечки дома. Вариант газоснабжения есть, уверяет в районной администрации. Газификация будет идти до 2035 года. А значит, у жителей Помогаевки еще есть время для накопления необходимой суммы. Константин Ткачев, Григорий Бадьянов, Обком ТВ.